Санта-Фе. Недорогой паркетник с европейской внешностью, американским дизайном, родом из Кореи. Какие слабые места есть в подержанном Хёндай Санта-Фе? Спереди Кактуарек, сзади что-то от Lexus. Американская дизайнерская школа. Дизайн второго Санта-Фе утратил корейскую самобытность. А вот надежность до европейских и японских грандов остается пропасть. Ярослав Левашов. Автокритик, эксперт по оценке автомобилей. Кузов Санта-Фе не ржавеет, но проверить аварийное прошлое не помешает. На этой машине перекрашивали правый бок, но в косметических целях. Волноваться не стоит, а вот поторговаться можно. Главные моторы Санта-Фе – дизель 2.2 и бензин 2.7, 189 лошадей, как этот. ГРМ здесь ремень. Регламентный интервал замены вместе с роликами каждые 60 тысяч. Этот двигатель считается надежным, но иногда могут подтекать сальник коленвала или прокладка поддона. Но здесь все в порядке. А в пробках сколько есть? В городе не меньше 15-17 литров. Электропривод сиденья и регулировка рулевой колонки в двух плоскостях. Очень удобно. Восемьдесят лошадей в сочетании с древним четырехступенчатым автоматом маловато для такого гиганта. А девушки, как воспринимают ее? Машина скорее семейная для поездок на дачу. Мне жена не простит, если я буду говорить что-то другое. На дороге Санта-Фе ведет себя довольно бесхарактерно, но ровно и предсказуемо. А вот неожиданные неровности на скорости не любит. На кочках и ямах его буквально бросает в сторону. Макферсон спереди и многорычажка сзади. Но в корейском исполнении это не прибавило ни особенной надежности, ни управляемости. Чаще всего звуки из подвесок издают стойки стабилизатора и опорные подшипники стоек. Обязательно проверьте подшипник правой полуоси. Здесь это слабое место и меняется в сборе с полуосью. Но здесь люфта нет. Запаска Санта-Фе нередко становится добычей мелких воришек. Пострадавшие усиливают примитивный крепеж. Багажник выглядит просторно. Проверим, что поместится. Поехали. Итак, у нас поместилась коляска, чемодан, обогреватель и две канистры. Неплохой результат. Семь. Всего 7 движений. Неожиданно хороший результат. А теперь угол въезда 25 градусов. Высоту взял. Отличный результат для городского кроссовера. При аварии есть опасность повреждения ног водителя жестким пластиком. 4 балла в краш-тесте. Из чистого Санта-Фе неплохой обзор. А что будет видно после нашего грязевого теста? Проверим. Поехали. Дизайнеры солнечной Калифорнии предусмотрели, что эта машина может попасть и в сырую погоду. Стекла и зеркала долго останутся чистыми. Покупая подержанный Санта-Фе и увидев затертый руль или продавленные сиденья, будьте снисходительны. Для корейца это вовсе не показатель гигантского пробега, а вопрос качества материалов. Санта-Фе пользуется стабильным спросом у гонщиков. Дополнительная защита не помешает. За этой машиной явно ухаживали, и на данный момент она не требует вложений. Ну что, выглядит более продвинуто и дорого, чем на самом деле. Для тех, кто не готов переплачивать, самое то. Хороших дорог.